дыши, не дыши. Да. Ну? Когда? Чё? Когда мальчишник-то будет, а? Чё ты взял, что я женюсь? Ну-ну-ну-ну-ну. Какой дурак тебе сказал. Да все говорят, все, и по всему видно. Ты что думаешь, нам ничего не известно? А мы все насквозь видим. Целые дни просиживаешь у Кондрашкиных. Так. Я... Обедаешь там, ужинаешь. Так, рот открой. Мама, романс споешь. На медни встречается мне сам Кондрашкин папенька и говорит, что дело твое уже в шляпе. Ну-ка, давай руку. Так. Что как только переедут с дачи в город, то сейчас же и свадьба. Ведь шутка ли? 7 дочек у бедняги, а? 7! Ну, хоть одну Бог привел пристроить. Среди пальяча. Черт! Черт побери! Ты уже 10-й! Ты 10-й человек, который говорит мне про женитьбу! Добрый день! Прощайте. С чего вы все это взяли-то? Черт вас! Возьми совсем, а? Из-за того, что ежедневно. Так. Обедаю у Кондрашкиных. Ну, ладно. И каждый день гуляю с Настенькой, да? Нет. Нет, нет, нет. Пора прекратить все эти толки. А то, того и гляди, женят. Анафемы! Бруснички. Сегодня же. Смородинки. Сегодня же я объясню с этим болваном Кондрашкиным, чтобы он не надеялся по-пустому. Пусть не надеется. Вот и объяснюсь. Вот и объяснюсь. Объяснись. Объяснюсь. Больной! Что? Рецептик не забудьте. Благодарю. Прощайте. Объяснюсь. Велена Илько. Свети к нам тихий вечер на мирные поля. Тебе поем мы песню вечерняя. Она к Гусевым на минуточку побежала. Да я, собственно, не к Настасье Кирилловне, а к вам. Мне нужно поговорить с вами кое о чем. В глаз что-то попало. О чем же вы собираетесь поговорить, а? Что же так смущены, милаш? Мужчины, мужчины, беда с этой молодежью. Знаю, о чем вы хотите поговорить. Давно пора. Собственно говоря, некоторым образом.
Дело в том, что я приехал проститься с вами. Уезжаю завтра. То есть как уезжаете? Вот очень просто. Уезжаю. Вот и все. А. Позвольте поблагодарить вас за любезное гостеприимство. Дочери ваши такие милые. Не забуду никогда минут, которые... Позвольте. Позвольте. Прошу. Минутку. Позвольте. Конечно, каждый человек имеет право уезжать. Да. Можете и вы делать все, что вам угодно. Да-да. Но, милостивый государь, вы отвиливаете нечестно. Я не знаю, как же это я отвиливаю? Ходил тут целое лето, ел, пил, обнадеживал. Валялся тут с девочками от зари до зари, точил и вдруг на тебе, уезжаю. Я не обнадеживал. Конечно. Да. Предложение вы не делали. Я делал. Но разве не видно было, к чему клонились ваши поступки? Каждый день я обедал с Настей по целым ночам под ручку. Да нечто все это спроста делается. Женихи только ежедневно обедают. А не будь вы женихом, не ж стал бы я вас кормить. Да-с! Нечестно. Позвольте. Слушать ничего не желаю. Извольте делать предложение, иначе я... Настасья Кирилловна очень милая, хорошая девица. Ну, так... Я уважаю ее и лучшей жены не желаю себе. Да-да. Но мы не сошлись убеждениями, взглядами. В этом и причина? Угу. Только-то! Ах, душенька ты моя! Ах, душенька ты моя! Да разве найдешь такую жену, которая во взглядах была похожа на мужа? Молодежь! Зелень! Такую запустит теорию и богу. Даже в дрожь бросаешь. Теперь характерами не сошлись. А как поживете, все эти шероховатости сгладятся. Мостовая, пока новая, ездить нельзя. А как ее пообъездит хорошенько, то мое почтение. Так-то, но я не достоин, Настасья Кирилловна. Достоин. Пустяки, ты славный парень. Вы еще не знаете всех моих недостатков. Я беден. Пустое. Жалование получаешь, и слава богу. Я пьяница. Не-не-не-не-не. Ни разу не видел пьяным. Ой, а молодежь... Молодежь не может не пить. Сам был молод, переливал через край. Нельзя без этого. Ведь я же за боем. У меня наследственный порок. Ай-яй-яй, не верю. Такой розан, и вдруг запой. Не верю. Сейчас. Постойте, Кирилл Трофимович! Мало того, что я запоем страдаю, но я наделен еще и другими пороками. Взятки беру. Милаш, кто ж их не берет? Эко поразил. Подождите. Кроме того, я не имею права жениться до тех пор, пока не узнаю решение моей судьбы. Ой. Я скрывал от вас, но теперь вы должны все узнать. Дело в том, что я нахожусь под судом за растрату. Под судом? Да! О! А чёрт,
Вы много растратили? 144 тысячи. Да. Это сумма? Да, действительно, Сибирью истории пахнет. А впрочем, если Настенька вас любит, она же может за вами туда следовать. Что же за любовь, если жертв боится? Кроме того, Омская губерния плодородная. В Сибири, батенька, легче живется, чем здесь. Сам бы поехал, если бы не семья. А? Можете делать предложение! Нет, подождите, Господи, подождите! Кирилл Трофимович! Кирилл Трофимович, подождите! Подождите, позвольте! Позвольте! Кирилл Трофимович, помогите! Меня будут судить не за одну только растрату, но и за подлог. Одно наказание. Фу. Что же это так громко плюет? Так, послушайте, я вам еще не все сказал. Не заставляйте меня, Кирилл Трофимович, высказывать вам то, что составляет тайну моей жизни, страшную тайну. Не хочу знать никаких ваших тайн, пустяки. Не пустяки. Кирилл Трофимович, если вы узнаете, услышите, кто я, то отшатнетесь. А вот вы женитесь. Послушайте, вы не знаете, я сумасшедший! А безумным и сумасшедшим брак возбраняется! Не верю! Сумасшедшие не могут рассуждать так логично! Стало быть, не понимаете, если так рассуждаете? Разве вы не знаете, что многие сумасшедшие только в определенное время сумасшествуют, а происходит их ничем не отличается от нормальных людей? Не верю и не говорите! Я вам от доктора свидетельство доставлю. Свидетельству поверю, а вам нет. Хорош, сумасшедший. Через полчаса я принесу вам свидетельство. А пока прощайте. А я не могу. Прощайте. Алёнка! Алёнка! Как же это? Вот Алёна! Алёна! Вот держи тебя в руках! Алёна! Да что же это, Алёнушка? Алёнка! Боже мой! А ну иди сюда! Стыд какой! Алёнка! Алёна! Алёна, я... Прошу! Реди, плячу... Друг мой! Прости, я к тебе с просьбой. Дело вот в чем. Меня хотят окрутить во что бы то ни стало. Чтобы избежать этой напасти, я придумал показать себя сумасшедшим. Гамлетовский прием в некотором роде, да? Сумасшедшим же запрещено жениться. Друг, ради бога, выдай ты мне свидетельство в том, что я сумасшедший, а? Ты не хочешь жениться? Ни за какие капризки! В таком случае не дам тебе свидетельства. Кто не хочет жениться, тот не сумасшедший, а напротив. Умнее.
умнейший человек. А вот как захочешь жениться, тогда приходи. Я вам тебе свидетельство. Тогда ясно, что ты с ума сошел. Верную рюмочку она не заметит. Спит. Ты скрипя. Батюшки мои, это я вместо водки керосину выпил. Сидите, угодники. Умираю. Дашенька. 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 Дорогая Дашенька. 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 Это вы, Петр Петрович? Что уже вернулись? Ну что, как девочку назвали? А кумой кто был? Кумой была Наталья Андреевна Великосветская, а кумом Павел Иванович Бессонницын. Дашенька, я умираю. Я, Дашенька, кажется, умираю. А новорожденную назвали Олимпиадой в честь их благодетельницы. Я Дашенька, выпил. И керосину.
вот еще. Мне же там керосин подавали. Признаться, я хотел, не спросясь вас, водки выпить. Ну и Бог наказал. По нечаянности я керосин выпил. Ну что мне делать-то? Ну что мы делать-то будем, а? Это кто вам позволил-то? Кто вам позволил-то, я спрашиваю, разве водка что для вас поставлена? Дашенька, дорогая Дашенька, я пил не водку, а керосин. А зачем вам керосин трогать, а? Это ваше дело, а? Керосин трогать, это для вас поставлено, а? Или вы думаете, что керосин денег не стоит? Нет, вы знаете, почем нынче керосин? Не вы знаете, почем нынче керосин? Дорогая Дашенька, вопрос идет о жизни и смерти, а вы о деньгах. Напился пьяный и в кап сует свой нос. Страдалица я несчастная, ни днем, ни ночью покою. Господи, Василиски, боже ты мой, что вам на том свете так жилось? Я завтра же съезжаю. Я девица. И вы не смеете смотреть на меня, когда я раздета? О, я завтра же съезжаю. Ни днем, ни ночью покоя. Я завтра же съезжаю. Доктор! Доктор, спасите! Умираю! Доктор! Доктор! Откройте! Доктор! Откройте! Доктор! Ради Бога, прошу вас, дайте мне хоть что-нибудь. Я сейчас по нечаянности керосину выпил. Умираю. Я умираю. Тихо, 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 тихо. Я умираю. Уже один тот факт, что вы чувствуете себя нехорошо. Нужно обратиться не в аптеку, а к врачу. Я был у доктора, у Чепхарьянца и у Бултыхина. Они не открывают, не открывают. Прошу вас не волноваться. Отвечать на вопросы, которые я буду вам задавать. Уже один тот факт, что вы волнуетесь, не дозволяет мне понимать вас. Вы пили керосин. Да. Я выпил керосину чуть-чуть. Спасите меня, пожалуйста. Йосиф, иди сюда. Йосиф! Готыню, Йосиф! Сколько это будет продолжаться? Что они не знают, который сейчас час? Так и я им скажу, который час. Сейчас ночью, все спят. Йосиф, я больше так не могу. У меня нервы уже не удерживают. Почему туда-сюда надо все время ходить? Скажи им, что ты на меня так смотришь, что ты такой глупый, что ты не можешь сказать своим клиентам, чтобы они не ходили в это время. Что? Я не могу так больше жить. Если будет так продолжаться, я уйду к маме. Йос, я не могу жить. Господин аптекарь! Господин аптекарь!
болезнь эпидемическая и заразительная. Начинается с знобом, за которым тошнота. Тошнота? И рвота. Так. Мне кажется, конец мой близко. Сердце, кажется, не бьется, кажется. Так, так, посмотрим. Давайте. Вам необходимо обратиться к врачу. Я вам уже говорил. Я был у врачей. Все спят. Вы нас, фармацевтов, не считаете за людей. Беспокоите даже в 4 часа ночи. А каждая собаки, каждая кошки имеет покой. Вы ничего не желаете понимать. Не считайте нас за людей. Идите, идите. Идите, идите. Или у нас нервы должен быть как веревки? Стало быть, мне суждено умереть? Стало быть, суждено. Вот ступайте отсюда, ступайте вон, чтоб я вас больше не видел никогда. Вон отсюда вы. Не появляйтесь здесь никогда. Господи, прости мою душу прежде. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Господи, Господи. Идет правильную, регулярную жизнь, дорогая сестрица, того никакая отрава не возьмет. Вот хотя бы меня взять в пример. Ведь я был на краю погибели. Я умирал, мучился, а теперь ничего. Только во рту пожгло и в глотке саднет. А так, все тело здорово, слава богу. А чего? Потому что регулярная жизнь... Нет. Это значит, керосин плохой. Это значит, лавошник дал мне не лучшего, а того, что 1,5 копейки фунт. Ой, страдалица я несчастная. Мне Семен Иванович рекомендовал вас с той точки, что вы мне можете помочь в одном щекотливом и весьма важном деле. Мне, Любовь Григорьевна, уже 52 года, то есть такой период времени, в котором многие имеют взрослых детей. И должность у меня основательная. Состояние, хотя и не имею большого, но способен прокормить около себя
любимое существо. Ой, и детей. Кроме того, между нами, есть у меня и деньги в банке, которые я сберег вследствие своего образа жизни. Человек я положительный и трезвый, жизнь веду основательную и сообразную. Так что многим, Любовь Григорьевна, могу себя и в пример поставить. Нет у меня только одного домашнего очага и подруги жизни. Так что жизнь я свою веду, Любовь Григорьевна, все равно, что как какой-нибудь кочующий венгерец с места на место, без всякого удовольствия, не с кем даже посоветоваться. Ну, а будучи болен, некому и воды подать, прочее. Ну, а кроме того, женатый человек имеет гораздо больше веса в обществе, чем холостой. Я человек образованного класса, при деньгах. Но ежели взглянуть на меня с точки зрения, то кто я? Бобыль. Все одно, что какой-нибудь ксенца. А потому я и желаю сочетать себя узами игуменеи, то есть вступить в законный брак с какой-нибудь достойной особой. Хорошее дело. Человек я одинокий, никого не знаю в этом городе. Куда я пойду, к кому обращусь, ежели для меня все люди в неизвестности. Вот почему Семен Иванович и посоветовал мне обратиться к такой особе, которая специалистка по этой части и, так сказать, в рассуждении счастья людей имеет свою профессию. А потому убедительнейше прошу вас, Любовь Григорьевна, устроить мою судьбу. Вы в городе знаете всех невест, и вам легко меня приспособить. Это можно. Кушайте, покорнейше прошу. Спасибо. Это можно. А какой, Николай Николаевич, вы, вам невеста угодно? Мне какую судьба пошлет? Она, конечно, от судьбы, но ведь у каждого есть свой вкус. Один любит брюнеток. Другой блондинок. Видите ли, Любовь Григорьевна, я человек положительный, благодарю и с характером. Для меня, знаете ли, вот эта красота и вообще видимость имеют второстепенное значение, потому что, сами знаете, с лица воды не пить, и с красивой женой много хлопот. Вот, например. И вот. Я так полагаю, Любовь Григорьевна, что главное в женщине не то, что снаружи, а то, что находится изнутри. Так сказать, чтобы у нее была душа. И вообще все свойства. Да, ну, конечно, весьма приятно, ежели жена из себя полненькая будет. Но ведь это, знаете ли, для обоюдной фортуны не суть важно. Главное – ум. Без образования нынче нельзя, это конечно, но ведь и образование разное бывает. Оно, конечно, очень приятно, ежели жена и по-французски, и
по-немецки и на разные там голоса. Очень приятно. Но что из этого толку, если она, к примеру, не может тебе пуговку пришить? Да. Я образованного класса, с князем Канителиным, можно сказать, вот как с вами теперь, но имею простой характер. Мне нужна девушка попроще. Главнее же всего, чтобы она меня почитала и чувствовала, что я ее осчастливил. Это дело известное. Ну, теперь насчет существительного. Богатую мне не надо. Я не могу позволить себе такой подлости, чтобы на деньгах жениться. Я желаю, чтобы не я женин хлеб ел, а она мой. Ну и бедную мне тоже не нужно. Ну, конечно. Я хоть человек со средствами и женюсь не из интереса, а по любви, но нельзя мне взять бедную, потому что, сами знаете, и вздорожало все, и будут дети. Но можно и с приданым сыскать. Конечно. Ну, это вы, батюшка, похолостой, а части тебе не требуется? Хороший товар есть. Одна французинка. А это из гречанок будет. Стоящий товар. Созя. Нет-нет, благодарю вас. Да, теперь, видя с вашей стороны такое благорасположение, позвольте мне спросить вас, сколько вы возьмете за ваши хлопоты насчет меня? Мне много не надо. Четвертную дадите. Матери на платье, как водится. Ну, спасибо. За приданное особо, это уже другой счет. Это дорого. И нисколько не дорого, Николай Николаевич. Прежде бывало, когда свадеб было много, брали меньше. А по нынешним временам что? Какие наши заработки? Если в скоромный месяц две четвертных заработаешь, и слава богу. И то, батюшка, не на свадьбах наживаемся. Да разве две четвертных – это мало? Стало быть, мало. Да. Никогда не думал, что такими делами можно зарабатывать такую сумму. 50 рублей? Это не всякий мужчина получит. В прежние времена бывало, поболее ста добывали. Случалось. Да, 50 рублей. Угу. Это значит 600 рублей в год? Угу. Да. Ну, с этакими дивидендами, знаете ли, Любовь Григорьевна, вам не трудно и партию себе составить. Мне? Я старая. Нисколько. Нисколько. При вашей комплекции и лицо, вы знаете ли, такое полное, белое и все прочее. Так что вы весьма и весьма еще можете понравиться. Ну, особенно, ежели муж вам попадется такой положительный, такой бережливый. Так что при его жаловании
очевидно, с вашим заработком вы даже очень и очень можете ему понравиться. Ну что? Да, и заживете душа в душу. Боже мой, ну что вы говорите, Николай Николаевич? Ясно? Ничего-с. А вы? Вы сколько зарабатываете? Ясно. 75 рублей. Ага. Ну, это не считая наградных. Ну, а также мы имеем доходы от стеариновых свечей и, знаете ли, зайцев. Что такое? А? Что? Вы что? Охотой занимаетесь? Нет, знаете ли, зайцами у нас называются безбилетные пассажиры. Да-да. Ну-с, мне, знаете ли, молодой супруге не нужно. Я человек пожилой, а мне нужна как бы такая вот, как вы-с. Такая степенная, дородная, вашей комплекции. Что? Что-с? Да что там долго думать, Любовь Григорьевна? Позвольте вам предложение сделать. О, уважаемая Любовь Григорьевна, после того, как мы с вами обвенчались, позвольте мне объяснить, какого я жду от вас поведения и образа жизни. Человек я строгий, солидный, положительный. Обо всем благородно понимаю. Ну и желаю, чтобы и жена моя была строгая и понимала, что я для нее благодетель и первый